Доброе утро. Найдите удобную позу для того, чтобы какое-то время быть с вертикальной, сидеть с вертикальной спиной неподвижно. Замереть ненадолго, просто посидеть. Давайте в качестве настройки посидим с открытыми глазами и поперемещайте сначала свое внимание специально из визуального, вот сначала визуальный канал, слуховой. Так, эхо у меня. Чего эхо нет? Визуальный. Слуховой, обоняние, тело все. Поперемещайте. Картинку перед собой зафиксировали. Вижу, произнесли. Перевели внимание на слух. Слышу звуки. Перевели внимание на обоняние. Вдохнули. Чувствую. Перевели внимание на тело. И по телу почувствовали тяжелый низ, легкий верх, позвоночник, движение стенки живота, дыхание. Давайте 1 минуту. 1-2 минуты. Вижу, слышу, обоняю, чувствую. И теперь переходим в режим випассаны. Что значит випассана? То есть наблюдение за тем, что сейчас происходит. Наблюдение. Мы не влияем ни на что. Сохраняем прямую спину, сохраняем неподвижность. Наблюдаем, куда внимание идет. В какой-то момент там я думаю, в какой-то момент вижу. С открытыми глазами сидим. В какой-то момент слышу. В какой-то момент чувствую. Как затекают, может быть, ноги или наоборот приятное расслабление в теле. В какой-то момент могу почувствовать запах. Опять. И про себя отмечаем, где я, где внимание, где мое сознание. Можно называть про себя те места, куда мы попадаем, или просто наблюдать. Если называть, то это будет выглядеть так. Думаю, сижу, слышу, думаю, вижу, вспоминаю, чувствую таз, спина, плечо, вспоминаю, размышляю, ну и так далее. То есть любые варианты, или не называть, если сложно, просто наблюдать. Определяем, что сейчас происходит. Несмотря на то, что мы не двигаемся, мы постепенно, потихонечку утелешиваемся. В английском языке, в переводе на английский, с пали это embodiment, утелешивание. То есть мы все больше и больше в тело уходим, не забывая про все каналы восприятия, как наблюдатели. Давайте тело, теперь тело. Тело, что у нас чувствует? Вес,
точки опоры, плечи стекают, это руки стекают из плечей, ладошки лежат на коленях, позвоночник, легкие вверх, дыхание. И теперь уже начинаем воздействовать. Давайте ладошку на живот, сделаем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Хорошо, выталкиваем, выдох. Теперь ребрышки погладили, толкнули руками ребра, вдох, сопротивляемся. Выдох, реберное дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ключицы. Пальчики на ключице. Вдох. Вот видите, поднимается верхняя часть. Шея включилась. Выдох. Вдох. Выдох. И на вдохе мы все время вырастаем. Вдох. А на выдохе расслабляемся и стекаем в точке опоры. Выдох. И все вместе. Живот, ребра, ключицы. Вдох. Ключицы, ребра, живот, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отпускаем контроль над дыханием. Ладошки на место. Или водочкой, или на колени. И короткая метта. Дружественность. Любящая доброта. Начинаем с себя, начинаем улыбаться и признаваться в любви себе, своему телу, своему, ну, то, чем мы себя считаем. Я люблю тебя, я люблю себя, я люблю свое окружение, я люблю свое пространство, я творю и создаю свой мир. Можно с такой аффирмации начать. И несколько раз можно повторить. И вот эту улыбку распространяем на все тело, в грудную клетку, в сердце помещаем. Она может быть не такая, как американская, что прямо на весь рот. Ну, у всех по-разному. Вот монастырь, где я жил как-то, лесной монастырь в Таиланде, настоятель монастыря улыбался так, что мы его прозвали Улыбака. Он всегда в прямом смысле над всем, над всеми, над собой смеялся. У него радость истекала из него. Но он не был возбужден при этом. Хорошо, теперь представляем себя, представляем рядом с собой и наблюдаем за своими ощущениями. Вот я с собой, как я себя чувствую, нравится мне это, не нравится, я себе. И можно проявить щедрость слов и ощущений чувств в себе и сказать, пожелать счастья, любви, радости, легкости. Себе самому, себе самой, благополучие, благосостояние, изобилие, здоровье. Все, что хотим мы себе пожелать. Теперь представляем своих учителей. Вот все, какие были, есть, будут. Такой собирательный можно образ. Мои учителя. Желаем. Тоже наблюдаем, как мы ощущаем своих учителей телом, есть ли телесный отклик. И я желаю вам счастья, радости. Обращаемся к учителям любви, счастья,
благополучие, благосостояние, изобилие, здоровье, там, все, что можно пожелать. Выдыхаем, со вдохом приглашаем своих родителей. Встречаем всегда, встречаемся, представляем улыбающимися родителей и улыбаемся в ответ. Из сердца произносим слова благодарности и слова любви. Я желаю тебе, вам счастья, любви, радости, здоровья, легкости, благосостояния, благополучия, изобилия во всех сферах. Представляем родственников, друзей, желаем счастья, радости, любви, благополучия, благосостояния, изобилия, здоровья. Представляем всех знакомых каких-то, то есть расширяем круг, потом незнакомых, расширяем круг, всех нейтральных людей, которые просто есть в жизни, и мы, ну, периодически, может быть, их видим, и кого-то, кого мы, может быть, еще увидим в будущем, желаем счастья, радости, любви, благосостояния, здоровья, благополучия, легкости, изобилия и все, что в сердце может, ну, согреваем своим сердцем. И распространяемся дальше на неприятных людей, которые мешают нам жить или как-то вот так, что-то все не так. Это может быть совсем близкий круг, родственники. Вот. Это может быть очень сложные люди, сложные враги. И как в буддизме говорят, враги. Желаем счастья, желаем счастья. Желаем радости, желаем благополучия, здоровья, легкости, понимания, благосостояния, изобилия. И всем живым существам распространяемся. Вот представьте, все во всех мирах, во всех мирах, во всех временах. Представьте все времена и все миры, которые можно представить. Расшириться до размеров бесконечности и коснуться всех живых существ своими пожеланиями счастья, радости, благополучия, благосостояния, изобилия и всего, что уместно различным осознающим и живым существам пожелать. Почувствуйте, что это дает, что меняется. Метод медитации, конечно, делается. Ну, можно ее делать там долго, вдумчиво, чувствуя каждый элемент, каждый момент. Но у нас экспресс-вариант, как старт. Хорошо. Руки через стороны вверх, вдох. Опускаемся вперед. Ручки сначала и съезжаем головой вниз. Вот. Потом переходим на коленочки. Сегодня йоговская будет практика, такая больше похожа на стандартную. То есть стандартный вход, делаем прогиб, вдох, антипрогиб и выпрямляем ножки, выдох, вдох, посмотрели вперед, выдох, посмотрели назад, посмотрели вперед, шагнули двумя ногами, вдох, вытянулись, выдох. Руки через стороны вверх, да? Через стороны вниз, выдох. Так, я не влез. Кто-то не подрасчитал. Сейчас я поправлю камеру, чтобы у меня
и поправлю коврик, чтобы я влезал в кадр. Да, ну вот так лучше. Хорошо. И теперь небольшая разминка. Давайте вот так. Руки в стороны. Раскрываем ладошками вверх вдох. Закрываем выдох. Раскрываем вдох. Закрываем выдох. Вдох, лопатки вниз пошли. Выдох, лопатки вверх. Правая раскрываем, левая закрываем. Меняем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, сгибаем ладошки. Локти. Раскрываем. Вдох. Вверх потянулись. Выдох. Раскрываем. Вдох, спинку. Вверх. Выдох. Раскрываем. Вдох. Вверх. Выдох. Раскрываем. Вдох. И теперь локти в живот. Выдох. Локти вверх. Раскрываем. Вдох. Локти вместе. Выдох. Теперь перекручиваем вот так вот ручки. И поднимаем вот этот замочек. Вверх, вдох. Вниз. Выдох. И еще. Вот так у нас. Гарудасана. Вдох. Вниз. Выдох. И еще вверх, вдох. Выдох. Раскрылись в стороны. Закрутились в противоположном направлении. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Захватили левая рука внизу, правая вверху. Если захвата нет, можно взять полотенце и полотенцем или ремешок. Или без захвата, если совсем сложно, выполняем вытягивание правого бока, вдох, выдох, левый бок, вдох, выдох, назад отвели, таз вперед толкнули, вдох, выдох, и опустились в наклон, вдох, выдох, поменяли, руки в стороны вытянули, руки правой вниз, левой вверх, согнули. И между лопатками сделали, попробовали сделать захват. Угу. Теперь левый бок вытянули, вдох. Выдох. Правый бок, вдох. Выдох. Толкнули таз вперед. Посмотрели вверх, выдох, и опустились в наклон, на вдох, выдох, хорошо, расплели, опустили, хорошо, шея, правое ухо вверх, вдох, левое, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох. Назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. Повернулись, повернулись. Дыхание произвольное. Право-влево смотрим. Хорошо, опустили голову вниз. Круговое движение. Раз. Два. Три, четыре. Другую сторону. Раз, два, три, четыре. Угу. Правую ногу подняли, отвели в сторону, вниз. И два, круговые движения. Три, четыре.
5, 6. Чувствуем работу в тазобедренном. В другую сторону. 2, 3, 4, 5, 6. Вторая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ноги ширина таза, круговые движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Отлично. Погладили колени со всех сторон. Потерли их. Вот коленочки очень важный элемент. Когда повреждаются у нас колени, когда, например, стопа заваливается или к наружу, когда мы двигаемся, или внутрь, косолапица, да? Стопы у нас, вот я все время говорю, параллельно, параллельно. И тогда у нас все движения коленей, естественно. Когда вот так, то колено начинает работать не в штатном режиме и постепенно может повредиться. Давайте покрутим вот так. Чуть-чуть. Так, небольшая амплитуда, просто разогреть суставчик. На носочках, на пятках, на носочках, на пятках, на носочках, на пятках, на носочках, на пятках. Внешнее, внутреннее, внешнее, внутреннее. Экспресс-разогрев. В начало коврика идем и поджимая. Вот кто новенький, если поджимая пальцами пятку под себя, начинаем двигаться вперед. Видно? Вот так, поджимая пальцами. И вызываем движение вперед. Попробуйте пройти коврик. Пальцы растопыриваем в стороны при этом. Давайте и пальцами рук тоже в хаотичном режиме сжимаем-разжимаем. Ручки вперед, сжимаем-разжимаем в стороны. А пяточки все проносим-проносим вверх. Угу. В стороны. Вниз. Хорошо, стучим. Стучим. Стопы, ширина таза. Почувствуйте изменение в состоянии. И теперь из таза движение скручивающее. Заглядываем за спину. Угу. Хорошо. Еще один разогрев для мозга, в том числе. Ладошки смотрят вперед, вверх, пальцы вперед. Начинаем двигать руками и пальцами вперед, потом в стороны, назад, внутрь. Видите, я уже поднял над головой и теперь опускаем вниз. Представляем, что на ладошках что-то лежит. Или два энергетических шара, как в даосских восьмерках. Или два, там какие сейчас, 15-й, да, по-моему, iPhone, или 16-й, какой сейчас, по очереди. На очереди какой iPhone?
Самый новый iPhone положили и держим вот здесь на ладошках. Или две чашечки с любимым чаем. Вдох, выдох. И да, давайте вдох. Мы начинаем с такого сутулого состояния. И тазом вперед. Вот такая волна. Вот такая волна. Вот такая волна. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. В обратную сторону назад. Раз. Два. Вдох. Выдох. Три. Выдох. Четыре. Выдох. Пять. Выдох. Шесть. Выдох. Отдельно одной рукой. Правая рука вперед. Таз начинает, смотрите, по какой траектории двигаться. Вдох. Большая амплитуда. Выдох. Вдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все тело двигается. В обратную сторону. Раз. Два. Можно еще больше сделать. Три. Четыре. Пять. Шесть. Отлично. Почувствуйте право-лево. Мы сейчас правой рукой двигались. Почувствуйте право-лево. Левая рука. Правая или на бедре, или шар держим. Вперед. Раз. Два. Три. Чем больше обороты, тем больше тело двигается. Четыре. Тем больше у нас амплитуда движения всех суставчиков. Пять. Шесть. Хорошо. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну что, правая вперед, левая назад. Пробуем одновременно. Не стесняемся, если не получается. Я вас не вижу. Телеграм у нас не позволяет как-то обратную связь поддерживать. Три. Четыре. Даже сообщение не спросить, не написать. Поэтому возникающие вопросы или там что-то, какие-то непонятности, я предлагаю писать под постом. Я буду уже в режиме после отвечать. Да? Левая вперед, правая назад. Раз. Ну, или по желанию. Обратная связь очень важна. Я хотя бы понимаю, что мне понятнее становится, с чем и что корректировать и что менять, если нужно. Или в том же духе продолжать, если, например, щедрость настолько велика ваша, что вы даже ставите лайк
А лайк в наше время это дофаминчик, маленькая таблеточка дофаминчика. Хорошо. Остановились. Все отпустили. И все стряхиваем. Остановились. Ножки вместе в начало коврика. Ладони перед грудью. Так. Делаем глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох, руки через стороны вверх, вдох, прогиб, наклон, выдох, с круглой спиной поднялись вверх, вдох, наклон, выдох, руки через стороны вверх, вдох, опустили руки вниз, выдох. По поводу наклона. Значит, все варианты вот такого опускания, ну, перехода в наклон, чреваты повреждением поясничного отдела. Ну, тем или иным образом, там, подтиранием, каким-то зажимчиками. Наш наклон физиологичный, несмотря на то, что вы в интернете увидите, не смотрите на гимнастов и на прочих блогеров, которые показывают что-то там вот с таким сгибанием. Если это не специальное упражнение какое-то медленное, да? А вот в потоке мы опускаем сначала шею, грудной отдел, поясничный, потом проворачиваем таз, у нас появился наклон. Теперь сгибаем колени. Теперь проворачиваем таз, поясницу, грудной отдел, шея, руки через стороны вверх, мягкий прогиб, опять же, без залома в поясничке, то есть мы тут не ломаем, мы копчиком чуть-чуть вниз, ягодицы поджали, бедра поджали, поясничку включили и вытягиваемся всем телом, потом опускаемся, голова, грудная клетка, подбородок. Таз. Хорошо. И здесь остаемся, пальчики перед собой, вдох. Пальчики или возле стоп, или за пятками, выдох. Вдох. Это может быть совсем согнутые ноги. Выдох. И еще раз вдох. Посмотрели вперед. Выдох назад. Посмотрели вперед. Вдох. Посмотрели назад. Выдох. Значит, продолжающий добавляем Уддияна Банху. Втягивание живота. Вдох. Выдох. Втянули живот. Важный элемент. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Все, глубже, глубже заходим, выдох. Тянули живот. Хорошо, ладошки перед собой. Отпрыгиваем, отшагиваем в нижний упор. Вот так. Раз. Или отшагиваем. Стоим, вдох. Выдох. Значит, колени могут быть на полу для, ну, для девушек, ну, для начинающих совсем, да? Колени выпрямлены для продолжающих. Через пальчики перекатываемся. Прогиб. Вдох. Планка. Выдох. Прогиб. Вдох. Планка. Выдох. Прогиб. Вдох. Планка. Выдох. Прогиб. Вдох. И теперь через планку уходим в собаку головой вниз. Планка. Собака головой вниз. Прогиб,
Вдох. Легкий вариант через прямые руки. Вот так. Через прямые руки. Выдох. Прямые руки. Вдох. Согнуты. Для продолжающих. Выдох. Через касание грудной клетки. Выдох. Через касание. Выдох. Пусть мышцы поработают. Вдох. Или прямые руки. Выдох. Хорошо. Собаки головой вниз. Дышим глубоко. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Хорошо. Вдох. Правая пятка в пол. Выдох. Втянули живот. Левая пятка в пол. Вдох. Отталкиваемся руками. Выдох. Втянули живот. Посмотрели вперед. Вдох. Посмотрели назад. Выдох. Втянули живот. На колени встали. Вдох. Прогиб. Выдох. Антипрогиб. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Садимся на пяточки. Если мы воздействуем достаточно глубоко на тело, на составляющие такие, как кровь, лимфа, ну, то есть на жидкости, если захочется в туалет, просто не терпите, сразу побежали. Хорошо. Поднимаемся на коленочках. Поближе встану. Колени ширина таза. Пальчики стоят на полу. Правая рука на пятку. Левая вверх. Посмотрели на левую ручку. Вдох. Выдох. Таз вперед. Вдох. Выдох. Если это невозможно, тогда рука здесь. Хорошо. Поменяли. Или рука на таз, или на пятку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Или ручки сюда. Или ручки сюда. Таз вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Колени вместе. Носочки вытянули. Пятки расставлены широко. Икроножные мышцы в стороны. Вирасана. Ага, сели. Можно подложить что-то под таз, например, сделать из пледа что-то, или кирпичик у кого есть, вот так, оп, сразу нагрузка, если она есть, уменьшается. С коленей, да, прежде всего. В правую сторону повернулись, да? Выдох. В левую сторону повернулись, да? Выдох. Взяли себя за пятки, за стопы. Попробовали встать на локти, вдох. Если это получилось, живот толкнули вверх. Живот толкнули вверх вместе с тазом, вдох. Опустились вниз, выдох. Если это получилось, пробуем опуститься вниз.
Вдох. Выдох. И пробуем встать на макушку. Вдох. Выдох. Лежим. Вдох. Выдох. У кого вот такая поза, значит руки сзади. И на пятках вот так сидим. Кто-то вот так может быть. Угу. Хорошо, теперь все на пятки садимся, приподнимаемся. Кулаки в живот, опустились вниз. Поднялись вверх, вдох. Кулаки в солнечное сплетение, опустились вниз под ребра кулаки. Вдох. Под лобковую косточку попробовали положить. Выдох. Поднялись, вдох. Кулаки или пальцы вот так вот в пупок. Выдох. Вдох. Кулаки можно так завернуть и туда глубже в область справа-слева от пупка. И еще раз вдох. И еще раз туда глубже. Выдох. Так. Противопоказания месячные и острое состояние где-либо в теле, не обязательно в брюшной полости. Любое острое состояние лучше консультироваться при месячных индивидуально, но мы создаем тут давление, поэтому любые воздействия на живот, не всегда это говорю, но, пожалуйста, кто начинает заниматься, интересуйтесь, какие могут быть противопоказания. Пальчики поставили в пол, приподнялись на носочках, перекатились, два, отшагнули в планку, три, сделали вдох, опустились, колени, грудная клетка, подбородок, выдох, прогиб, кобра, да, угу. Прогиб, вдох, собака головой вниз, выдох, втянули живот, посмотрели вперед, шагнули, вот так, раз, два, или подпрыгнули, посмотрели вперед, вдох, голова коленем, выдох, с круглой спиной поднимаемся вверх, вдох, выдох. Хорошо, руки вниз. Почувствуйте все тело. Время к завершению, но мы еще один круг сделаем с выпадами, с вирабхадрасанами, с позами воина. Хорошо? Руки перед собой. Вдох. Вытянулись. Выдох. Наклонились. Вдох, посмотрели вперед. Выдох, отпрыгнули и отшагнули в планку. Чатуранга. Вдох. Выдох. Левая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Правая пятка в пол. Вдох. Вирабхадрасана. Выдох. Чатуранга. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Правая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Пятка задняя в пол. Вдох. Выдох. Чатуранга. Собака головой вверх. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. Втягиваем в живот. На носочках поднялись. Вдох. Таз с правой стороны. Выдох.
Поднялись на насыщенный вдох. Таз с левой стороны. Выдох, руки прямые. Таз вверх, вдох. Колени, ой, пятки в пол, выдох. Колени в пол. Прогиб, вдох. Опускаем голову вниз. Выдох. Лицо двигается к коленям. Руки справа, слева. Макушка на полу. Вытягиваем шею, вдох. Выдох. Накатываемся на затылок, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Смотрим вперед. Руки вперед. Выползаем. Так, чтобы можно было подбородок и грудную клетку поставить в пол. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ладони под плечи легли. Ладошки под плечами, локтями вперед. Вытянули ребра вперед. Поставили. Первое дыхание. Вдох. Выдох. Второе дыхание. Ноги, руки вверх. Вдох. Выдох. Руки назад. Третье дыхание. Вдох. Выдох. Согнули ножки. Захватили. Четвертое дыхание. Вдох. Опускаем голову вниз. Выдох. Пятое дыхание. Вдох. Посмотрели вверх. Посмотрели вниз. Выдох. Шестое дыхание. Вдох. Выдох. Хорошо. Одним движением поднимаемся в собаку головой вниз. Вдох. Выдох. Смотрим вперед. Проносим ножки вперед. Вдох. Вот таким образом. Выдох. Поза стола, ладошки пальцами смотрят вперед. Вдох. Выдох. Уголок держим, висим. Вдох. Голова вперед. Ноги прямые. Выдох. Опять стол. Вдох. Таз назад. Выдох. Таз вверх. Вдох. Назад. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз к пяткам. Выдох. Колени вместе. Вдох. Выдох. И еще расслабляем плечи. Вдох. Чувствуем плечевой пояс, лопатки. Выдох. Приподнимаемся на носочках. Колени к голове, вдох, выдох, ноги вытянули, руки вытянули, вдох, навасана, выдох, нижний вариант, вдох, выдох, верхний вариант, вдох, выдох, нижний вариант, вдох, выдох, верхний вариант, вдох. Выдох. Нижний вариант. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Руки за головой. Выдохнули. Вдох. Вытянулись. Выдох. Ноги за голову. Ноги опустили. Вдох. Выдох. За голову. Вдох. За головой. Выдох. Вдох. И в халасане остаемся. Выдох. В халасане вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ноги 90 градусов, вдох, руки в стороны.
С левой стороны опустили, выдох. Вверх, вдох. С правой стороны опустили, выдох. Смотрим влево. Лопатки на полу. Вверх, вдох. Слева выдох. Вверх, вдох. Справа выдох. Вверх, вдох. Слева выдох. Вверх, вдох. Справа выдох. Вверх, вдох. Руки, ноги наверху. Лежим. Лежим на спине. И трясем. Тряску создаем. Упражнение капилляр. Омолаживаем кровеносную систему. Давайте трясем. Трясем. Тряска. Тряска, чтобы все мышцы можно было расслабить. Стряхиваем, стряхиваем. Вот так. Трясем, трясем, трясем. Значит, голова вот назад не закидывается, подбородок на грудную клетку. Если это вызывает неудобство, тогда у нас есть под шею какие-нибудь валики. Вот так можно. Любой пледик. Это будет удобнее. Вот. Хорошо, удобно. Вот я себе положил. Пледик. Трясем. Трясем. Еще тряску создаем. Остановились. Соединили колени, ладошки на затылке и начинаем вкручивать копчик в пол, покачивать коленями вправо-влево, пятками влево-вправо, приподнимаем чуть-чуть голову на 1 сантиметр и двигаемся, вытягивая шею, вытягивая позвоночник, двигаемся вправо-влево, вправо-влево. Чувствуем, как живот работает, спина. Все на расслабление, амплитудное движение. То есть не такое тык-тык-тык-тык, а раскачиваем. Раскачиваем, спокойно дышим. Вот эти два последних упражнения, они, на мой взгляд, важные. Мы расслабляем мелкие там зажимчики какие-то, позвоночники в мышцах, высвобождаем движение кровотока. Хорошо. И теперь то же самое. Пробуем выпрямить ноги. Сейчас я лягу. Вот ножки прямые. Руки за головой. И пробуем покачивать вправо-влево. Вот видно, я покачиваю. Вправо-влево покачиваюсь. Хорошо. Шавасана. 3 глубоких вздоха, как выдохи, как вздохи. Вдохи, как вздохи. Вдох. И выдох облегчения. Вдох, выдох облегчения, вдох, выдох облегчения, все отпускаем. Под шею также можно подкладывать что-то в виде валика, чтобы было удобно
полотенце, плед. Таким образом шейный отдел вытягивается приятно. Вытягиваем руки за головой, вдох, ножки вместе. Выдох, руки вверх и вперед. Посмотрели на свои пальчики, вдох, выдох. И как будто бы кто-то за пальчики потянул, вдох, выдох. Захватили свои стопы, пальцы, вдох. Опустились в наклон. Выдох. Согнули ножки. Сели. Так, ну по времени опять у нас все длиннее и длиннее занятия. Я надеюсь, что это нормально для вас. Я все время думаю, что утро надо успеть еще и позавтракать, и по... собраться там кому на работу, куда, детей и так далее. Говорите, будем корректировать время. Сейчас вот видно, что у меня мансардные окна, они выдают свет очень рано. Уже такого мрака и темноты нет. Пока вот будем в 7 часов заниматься. Если нужно подкорректировать, пишите, звоните, высказывайте свое мнение. Вот. Завтра продолжим. Пожалуйста, дайте обратную связь. Поднимайте ручку. Ну, шавасана индивидуально уже полежите. Кому не хватило, расслабиться. Спасибо. Алена, Наталья, Ольга. Ой, Алевтина, да? Борис, Боря, Таня, Ольга, Ольга. Спасибо всем, кто участвует в онлайне. Я вам очень благодарен. Пока.